На этой неделе, в субботу, 23 мая, на Магаданской площади планируют ярмарку выходного дня. Впервые в этом году она пройдет под открытым небом. Ярмарки были отменены на период действия ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Торговля будет организована с соблюдением всех необходимых мер безопасности, масочного режима и социальной дистанции. Об этом заявили более 60 сельхозпроизводителей. Прием заявок продолжается. На ярмарке можно будет приобрести овощи, молоко и сметану, мясо и рыбу, яйцо, колбасные изделия, выпечку. Более подробно об этом и другом смотрите сегодня после информационной программы «Магаданское время» в 20.15 на нашем телеканале. Глава города Юрий Гришан расскажет о значимых событиях минувшей недели и планах городских властей.